Всем привет! Вас приветствует развлекательный канал Видеочэннел 47. Меня зовут Влад. И сегодня мы продолжим строить аквапарк в игре Water Park Tucson. И я думаю начать все-таки заново, так как тот старый аквапарк, который я строил, немножко мне показался сыроватым. И я еще ошибся с тем, что я ждал туристов в свой аквапарк. Я посмотрел летсплей одного немца по игре Water Park Tucson, и, в принципе, я понял, что я ошибся. Ну и давайте исправлять ошибки. Так, первое, с чего мы начнем, это то, что мы построим здесь, так скажем, положим каменную такую дорожку небольшую. Каменную площадку. Называйте ее как хотите. В общем, где-то здесь у нас будет бассейн. Так, давайте построим бассейн. Так, ставим его. Вот, собственно, и наш бассейн. Теперь мы давайте еще немножко построим дороги. То есть, как дороги каменных. Плит, так скажем, положим. Ну и поставим мы здесь небольшие лежаки. Забыл, как это называется. Вспомнил только сейчас. Так, но для начала, я думаю, нужно нам запустить туристов. Так, поставим гамаки. Ну как гамаки? Гамак это все-таки не то, лежак, наверное, это называется. В общем, не важно. Сделаем здесь красивый интерьер. Поставим здесь туалет и всю инфраструктуру. Вот туалет. Это я не знаю, что. В общем, поставим все, что можем поставить, в принципе. Так, что еще мы можем поставить? Ну, я думаю, этого нам хватит. Так, давайте немножко положим здесь камня. И вот, сейчас я вам покажу, что нужно было вообще здесь делать. Ну, наймем уборщика здесь, пусть какого-то человека, связанного с бассейном, наверное. Это инструктор, так скажем. Ну и давайте я вам покажу, как нужно запускать людей. То есть мы должны были нажать на открытие, но мы этого не сделали. И, в общем, давайте смотреть. Вот подтягиваются люди в наш аквапарк. Не знаю, чего они ходят так медленно. Ну, пусть ходят.
Так, тем временем мы поставим, я думаю, здесь еще парочку объектов для инфраструктуры. То есть это тот же МакДак, который мы строили в первой серии. Так, вот. Как-то так вот наискось давайте попробуем это все дело сделать. И вот у нас уже получается что-то довольно-таки интересное. Так, давайте поставим столики для отдыха людям. Вот, есть. Ну и можно, конечно, еще один туалет забабухать здесь. Лишним он явно не будет. Так, что еще мы имеем? Ну, давайте какую-то травку здесь положим. Поставим горку. Поставим водопады разные. Так, но для начала нужно, конечно же, поставить лестницу для тех людей, которые хотят покупаться в нашем бассейне. Так, что ему не нравится? This place is too expensive. То есть эта площадка очень... Да, в общем, не важно. Ну, кому-то же нравится все-таки. Кому-то нет. Ну, на вкус и цвет фломастера разные, поэтому... Вот так вот и получается. В общем, столиков хватает. Вроде бы инфраструктура имеется. Ну, не знаю. Давайте смотреть. Первые посетители все-таки оценят, я думаю, по достоинству то, что мы сделали. Так, что еще мы можем построить? Ладно, пока ничего не будем строить, в принципе. Будем смотреть, будет ли вообще доход от нашего заведения, так скажем. Ну и потом будем что-то такое достраивать. Так, ну вроде бы людям нравится, кому-то не нравится. Ну, как мне кажется, вроде бы по инфраструктуре здесь все довольно-таки хорошо. Продавцы стоят, вот они. Собственно, раздевалки есть, бассейн есть, горка есть. То есть все должно быть на хорошем уровне.
Но это лично мое мнение, поэтому его оспаривать, я думаю, вам не нужно. Может быть, я что-то упустил, конечно, но посмотрим, в общем. Поставим качели. И будем смотреть. Так, нет мусорника или что? Да-да-да, действительно, нет мусорника. Давайте поставим его быстренько. Пару мусорных урн поставим. Так, вот и уборщики работают, но результата-то и нету. Пока мы в полном долге, и я думаю, выкарабкаться нам будет довольно-таки трудно и проблематично. Но мы посмотрим. Вроде бы какие-то деньги приходят в нашу казну, так скажем. Но все равно их маловато. Но эта серия, я думаю, выдалась такая короткая, но сама по себе вместительная. Потихоньку мы банкротимся. Ну и будем смотреть, что там будет ждать нас в следующей серии. В общем, на этом все. До новых встреч на развлекательном канале Video Channel 47. Всем удачи, всем пока!